приветствуем. Мама, папа и Амалия. Мы снова в путешествии. И сегодня мы едем уже на север. На север Израиля. Мы рано-рано утром выехали. Было еще темно. Мало машин на дороге, нету пробок. Мы спокойно едем. Расцвело. Все, что мы увидим, все, что нам понравится, мы вам покажем. Надеюсь, понравится и вам. Приехали к месту назначения. Наше первое место назначения. Это называется Брихата Мишушим. То есть здесь озеро холодной водой, где можно купаться. 8 часов утра. Пора перекусить. Все голодные. Сначала кетчуп положи. Смотрите. Бокертов. Начинаем движение. Пошли. Туда. Идем на им. Цветы только не срывай, хорошо? Да, цветы нельзя рвать. Сейчас посмотрим, вот написано здесь, где Брихата Мишушим. Вот туда, Брихата Мишушим. Идем прямо. Открыто. Просто. Просто закрыто. Ага. Здесь можно ботинки почистить в конце, когда вернемся. Пойдем. Заходи. Смотри, мам, красиво. Угу. О, конфеты. Вкусные конфеты? Она какая, это виноградная. Вкусные виноградные конфеты. Когда мы будем купаться? Ну, когда мы спустимся, мы когда вниз спустимся, будем купаться. Вон, первые животные. Вау, слушай, они огромные. Да и огромные муравьи. Смотри, у тебя не утащили они. Пойдем. А слышно, речка течет. Слышь? Тихо. Слышно, речка течет. Вон наша тень идет. Мы идем, и тень идет. Камни из вулкана. Здесь раньше был вулкан. Это камни, видишь, это черные обгоревшие вулканические камни. Здесь был вулкан, он извергался, и из него лилась лава. Динозавры? Наверняка здесь жили динозавры. Конечно. Динозавры с вулканом? Был вулкан, да, наверное. Вулкан это был, когда были жили динозавры. Сейчас динозавров нет, а вулкан остался, и мы есть. И вот от этой лавы, что они шестигранники, называется, вот это называется озеро шестигранников. Брихата Мишушим. Вон под обрывком мы спускаемся. К обрыву и прыгаем в обрыв. Вниз прыгаем. Прыжок в обрыв. Вот смотри какие. Вот эти вот камни какие. Видишь?
Это вулканические. Да, я иду. Вот мы дошли до воды. Там журчит вода, вон вода льется. Вон там вот видно. Вот мост, но на мост мы не пойдем, а мы пойдем вниз к бассейну. А, вон вода течет. Нахаль Завитан. А вон оно там озеро. Вот мы дошли уже до озера. Вон там озеро. И мы подходим к бассейну озера. Очень красивое. Самая застывшая лава, которая текла, застывала и превращалась вот такие вот интересные. Вон они, как столбы. Во, здесь крабы водятся. Вон он. Здесь краб. Краб, смотри, какой красивый. Обратно доплывешь? Или тебе нужен спасательный круг?
Думаешь? А тебе не нужен? Тебе тоже нужен? Ну, плыви уже. Давай. Ну, он до этих самых, до шестерогранников. Меня? Сейчас мама поплывет. О, мама пошла, смотри. Наконец-то. Температура воды минус 20 градусов. За тобой рыба плывет. Акула плывет. Быстрее, быстрее, акула тебя догоняет. Молодец. Это акула. Акула. Каракула. Я один такой. О, попал, мама поползла. Ура! Тебя мама плывет. Остров. Доплыл до острова. Ура! Ура, наконец-то. Главное было преодолеть полную воду.